Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня потенциально очень важный день для финансовых рынков. Конечно же, переоценивать его значимость не хочется, но все-таки сегодня состоится голосование по законопроекту о фискальных стимулах в США. Это, пожалуй, как будущее решение поддержки американской экономики, важнейший катализатор, который только можно найти на финансовых рынках, потому что на новость о том, что экономике предоставлены дополнительные средства и вот этот колоссальный пакет ликвидности объемом от полутора практически до двух триллионов долларов, это новость, которая приведет в движение и фондовые рынки, и защитные активы, и эталонных представителей и сырьевой индустрии, и валютного рынка тоже. Поэтому, друзья, если остается все меньше времени, конечно же, для того, чтобы этот пакет фискальных стимулов был принят. Я думаю, что окончательный дедлайн, поверим в этот раз Джо Байдену, ну, наверное, как и в прошлый раз, хотя ранее он обещал, что пакет фискальных стимулов будет одобрен еще в феврале. Ну, в общем, очередной дедлайн, я ранее отмечал, это 14 марта, друзья. И сегодня голосование в Палате представителей. Если все проходит без сучка и задоринки, впоследствии подписывается Сенатом, и, в принципе, все это будет отправлено уже на стол к Байдену под его решающую подпись. Я думаю, что каких-то серьезных препятствий уже не будет, потому что столько времени уже прошло, многие вопросы уже обсудились, да и в целом, наверное, у всех уже есть четкое понимание того, что лучше денег дать, чем не дать сейчас. Может быть, как я уже отметил, реальный показатель вот этих экономических вливаний будет не 1,9 триллиона, может быть, чуть поменьше. Но суть дела это особо не меняет. В перспективе, друзья, в перспективе двух недель, следующей недели, это уже март, у нас появление потенциальные на рынке триггера, к которому нужно быть готовыми. И только после того, как мы получим эту новость и посмотрим, как на нее отреагирует доллар, рынок облигаций и фондовый рынок, мы, в принципе, будем знать дальше, стоит ли нам быть преданными, что ли, идеям дальнейшего фундаментального ослабления доллара и еще большего роста американского фондового рынка. Я пока эту идею оставляю основной. То есть я верю в снижение курса доллара. Мы даже по индексу американской валюты видим, как покупатели пытаются вытащить индекс выше 90-50, но продавцы все равно оказываются сильнее. И на этой неделе мы снова протестили этот уровень 90 пунктов и оказались на лоу 89-66. Это многообещающее начало, друзья. Единственный нюанс, который мы видим в моменте, сейчас параллельно с ростом доходности американских облигаций начался обвал фондового рынка США. Вот, кстати, по доходности американских облигаций десятилетки сейчас находятся на уровне 1,6%. Это даже выше уже, по-моему, чем дивидендная доходность S&P. Поэтому логично сравнивая и сопоставляя вот эти два финансовых актива, эталонные представители риска и самые надежные инструменты мирового финансового рынка, трейдеры, видя, что доходность в облигациях в самых надежных активах выше, и, соответственно, делают ставку на то, что лучше инвестировать в них, чем в американский фондовый рынок. Но, друзья, еще раз повторяю, все может измениться, как только будет принято решение о новых фискальных стимулах. Поэтому я сейчас вас категорически стараюсь предостеречь, что ли, от неоправданных, преждевременных и импульсивных решений, когда вы можете поддаться на локальную панику, например, на снижение фондового рынка, и поставить на то, что это начало долгожданного обвала. Подождите еще немного. Мы долгое время ждали этот пакет фискальных стимулов. Осталось подождать совсем чуть-чуть. У нас есть конкретная дата, у нас есть конкретный временной интервал 2 недели. И вот в этот самый момент на рынок придет ясность. Мы
переварим эту информацию и еще раз вернемся к нашим с вами торговым идеям и поймем, в принципе, что стоит делать дальше. Поэтому в сухом остатке по индексу американской валюты мы получили достаточно того, что хотели услышать от Пауэлла на этой неделе. Политика будет оставаться мягкой, экономические стимулы по-прежнему в силе, низкая процентная ставка, программа количественного смягчения объемом 120 миллиардов долларов. Кстати, вчера доллар начал восстанавливаться сразу же после того, как вышел отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Ну, там были еще и заказы на товар длительного пользования, годовые данные по ВВП. Но мне кажется, по аналогии, как и с прошлой недели, основным триггером выступил отчет по рынку труда. 730 тысяч обращений с прошлого показателя 858 тысяч. То есть рынок труда, мы видим, оказывает серьезнейшее влияние на курс американского доллара. А раз так, друзья, следующая неделя у нас, первая неделя марта, соответственно, отчет Non-Farm Payrolls. Вот где будут настоящие гонки по площадкам. И вот где отчет, который реально станет самый показательный, лакмусовой бумажкой состояния вот этого сектора, приведет к серьезной динамике доллара. И если все-таки положиться на статистику последних недель по заявкам на пособие по безработице, мы практически с вероятностью 100% ожидаем слабый релиз по нон-фармам и, соответственно, дополнительное давление на доллар. Золото 1759. Золото, так же, как и мы, ждет новых мер фискального стимулирования. И пока вот эта пауза сохраняется, промежуток времени отсутствия решений, продавцы используют эту локальную возможность. Ну, наверное, правильно делают, потому что когда все-таки решение о финансовой поддержке будет принято, там уже на передовой окажутся покупатели. Евро против доллара 1.2153. Друзья, здесь мы держим лонговую сделку. Локальный максимум вчера был практически на уровне 1.2250. Евро хочет расти. Евро может расти. Евро будет расти при достаточном пинке для снижения курса доллара. Пока держится планка 1.20, вообще не стоит думать о развороте. Британская валюта. И вот тут, опять же, предсказуемый, давно назревший коррекционный откат, который отправил пару на две фигуры вниз. 1.3955 сейчас котировки. И вы знаете, все, кому не лень, сейчас начинают трубить уже о том, что британская валюта полетела вниз, это полноценный разворот, это новый медвежий тренд. Я поддерживаю эти заявления только в том, что снижение британской валюты может продолжиться, потому что действительно фунт забрался слишком высоко, максимум за 3 года. И эта коррекция может продлиться, но это не разворот, друзья, потому что через какое-то время фунт также будет восприимчив на то, что происходит с долларом. При слабости доллара британская валюта вырастет. Поэтому, если вас интересует моя точка зрения, я думаю, что британская валюта может провалиться там к отметке 1.37 примерно. И где-то там уже мы будем искать точки входа, скорее всего, в лонговые сделки. Американский фондовый рынок 3807 пунктов. Вот здесь коррекции по фонде, NASDAQ, Dow, как я уже говорил. Ждем решения Конгресса по фискальным стимулам и ждем, что это решение вытащит фондовые рынки на прежний максимум. Если вы вне сделок сейчас, пока что не торопитесь с новыми позициями. Доллар-канадец – это вот локальный единственный отдушина, потому что именно локальное восстановление доллара и распродажи, которые начались на рынке нефти, привели к тому, что пара доллар-канадец восстановилась. Сейчас котировки 1.2615. И давайте не будем каркать, но держим прежнюю цель 1.29-1.30. И рынок нефти сейчас локально корректируется. Sell stop актуален 63.50. Ждем следующую неделю, ждем решения ОПЕК по росту нефтедобычи и отказ Саудовской Аравии от одностороннего сокращения добычи на 1 миллион баррелей. Вот это как раз может стать причиной еще большего провала сырьевого рынка и потенциального ухода Брента в район $60 за баррель. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и классных выходных. Всем пока!